Добрый день, уважаемые пивовары и садоводы тоже. Я сегодня хочу вам показать результаты своего выращивания хмеля 2018 года. Мы с вами по весне поставили шпалеры, я их усиливал. Правда, это не везде помогло. Одна шпалерина у меня все-таки согнулась, настолько тяжелый на ней вырос хмель, шапка хмелевая. Но ничего страшного, в общем, выглядит все красиво. Хмель у нас созрел, точнее созрел не весь, частично. Сейчас мы с вами снимем, наверное, парочку растений, да, которые упакую в мешки, которые я отправлю своей теще для того, чтобы она ощипала их. Огромное спасибо Наталье Андреевне за такую помощь, потому что возни, конечно, с этим очень много. Наверное, все. В общем-то, что выросло, я вам показал. Урожай хороший, я думаю, со мной согласитесь. Конечно, из этого мешка там останется буквально на дне хмеля, шишек, которые мы используем в пивоварении. Но нам все равно хватит, я уже об этом говорил. Все, всем пока, встретимся на варке пива. Вот, рассыпали на нашу стандартную сушилку и начинаем стандартную сушку хмеля. Аромат, я уже говорил, волшебный.